один работает, и у него на работе предстоит сокращение штата. Вот слышала, что есть такой закон, защищающий семьи в таком положении. И моего мужа не могут уволить, так как он один кормилец в семье. Так ли это? Трудовое законодательство запрещает работодателю увольнять работников в связи с сокращением штата, если это женщина, имеющая детей в возрасте до 3 лет, либо женщина в отпуске по уходу за ребенком до 14 лет, либо по уходу за ребенком инвалидом в возрасте до 18 лет, либо другим лицам, которые воспитывают данных детей без мамы. То есть мы видим, что формулировки трудового законодательства отсутствуют. Папа, да, отец ребенка, если он единственный кормилец в семье. Однако существует позиция Конституционного суда, которая запрещает работодателю увольнять по сокращению штата отцом, если он является единственным кормильцем только в многодетной семье. Какая семья является многодетным, это указывается в постановлении субъекта Российской Федерации. В Приморском крае многодетной семьей является семья, имеющая 3 и более детей.